сибирски генерал Попов. На даден предвор. Финальная встреча соединивший весовой категории до 81 килограмма Александр Пельминов, Южный федеральный округ, Глеб Шишкин, Приволжский федеральный округ. На первом татаме встречается Виктор Уваров, кандидат мастера спорта, родом из города Москвы, занимается спортивной школе самбо 70, занимается в узле 2008 года лучший результат сегодня по второй месяц на спортивной школе в 2017 году. Данил Егоров, также из города Москвы, кандидат мастера спорта, выступает за Москум спорт и тренируется в школе самбо 70. В прошлом году победил в Кубке Москвы до 18 лет. На третьем татаме встречаются Даниил Кумаров и Евгений Герцон. Даниил Кумаров из Самары начал заниматься дзюдо в 2011 году. И лучшими результатами сегодня это второе место в Приволжском федеральном округе в 2016 году и третье место на чемпионате вооруженных сил в 2017 году. На первом татаме встречаются Александр Пельминов и Глеб Шишкин, оба спортсмены, кандидаты в мастера спорта. Александр Пельминов тренируется под руководством Эдуарда Евгеньева, тренируется с 2009 года и проживает в столице Старичковская, Краснодарского края, Южного федерального округа. И лучшие результаты сегодня – это третье место по Южному федеральному округу и первое место в обществе «Динамо». Глеб Шишкин из города Казань, Республики Татарстан, занимается в спортклубе «Батыр». Под руководством полной кадерности Марата Гараева. Лучшим результатом сегодня это первое место на спартакиаде России в 2017 году. Победу одержал представитель Приволжского федерального округа Глеб Шишкин.